Привет, дорогой зритель! С тобой сегодня я, Парадайз. А перед началом не забывай про свой лайк, про подписку, а также про колокольчик. По названию ты понял, что сегодня у нас за ролик. Ну, не буду тянуть. Погнали! Сегодня я тебе расскажу, сколько ты получишь примодемов в обновлении 2.4. Да, сейчас эта тема у всех на слуху, там будет фестиваль морских фонарей, там будет Сяо, Ганью и всем нужны примодемы. И сегодня я тебе расскажу, сколько получат фри-ту-плей игроки и донатеры за обновление 2.4. Ну, пожалуй, начнем. Если вы будете ежедневно заходить на HoYoLab, вы получите 80 примодемов. Если вы закроете бездну на 36 звезд, а это не так-то просто, как может показаться с первого взгляда, то вы получите 1800 примодемов. Но я напомню вам, что это не так-то просто, и вам придется реально постараться или посмотреть какие-нибудь гайды. Также на некоторых персонажах есть гайды и на моем канале. Если ты хочешь, можешь посмотреть в плейлисте. За все ивенты в этом патче вы получите 2500 примодемов. Один из которых ивент-фестиваль морских фонарей, который даст вам 1600 примодемов, поэтому тут примодемов достаточно много. Также будет ежедневная награда, как это было в прошлом году, 7 круток по 7 дней, то есть в каждую вы получите за ивент. Веб-ивент, который даст 120 примодемов. Также мы получим по 5 молитв стандартного и ивентового баннера, но это который за серебряный блеск покупается. За добедить героев, которых будет 3, а это Сяо, Ганьюй и Шэньхэ, мы получим по 60 примодемов. То есть за Сяо 20, за Ганьюй 20, за Шэньхэ 20, не за 60 за каждого, а то это было бы слишком жирно. Скорее всего, не знаю точно, но волшебник Гендаль говорит, опять же, да, что выйдет Энкономия, за которую мы получим 500 примодемов. Это если вы на ней соберете все сундуки, выполните все испытания, а также откроете контрольные точки. Также, точно не знаю, скорее всего, будет мировой квест, за который игроки приблизительно получат 240 примодемов. Выйдет две новые встречи, за которые мы получим по 60 примодемов, а это 120 примодемов. Но и на этом у нас примодемы для free-to-play игроков закончились. И по итогу free-to-play игроки получат 8540 примодемов. Это достаточно неплохо, и если вы копили примодемы с патча 2.3, то в 2.4 вы легко сможете выбить либо Сяо, либо Ганьюй, либо Шэньхэ, потому что у вас будет гарант. Ну а если у вас 50 на 50, то пресерв. Но если же вы купите Бравл Пасс, то есть БПшку и благословление Полой Луны, то вы получите 3780 за благословление Полой Луны и плюс Battle Pass 680 примодемов. Итого донатеры получат 13 тысяч примодемов ровно и 21 ивентовую крутку. Это достаточно неплохо, и если вы любите донатить в игры, то вы с легкостью опять же выпьете персонажа, которого вы захотели выбить. Но у нас на сегодня все. Оцени этот ролик лайком, ведь я старался, все подсчитывал, ну ты сам понимаешь, да? Вот, подпишись на канал, а также нажимай на колокольчик, чтобы тебе первым приходили уведомления о новых роликах. Желаю тебе удачи, удачи в крутках. Опять же, копи примодемы, потому что они тебе понадобятся. Я вот уже начал, так что начинаем вместе со мной. Ну а у нас на сегодня все, всем удачи, всем пока-пока.